Коломойский не пропадет. Думаю, что он человек не глупый, и, конечно же, часть денег уже вывел, ему достаточно этих денег для жизни. Но активная позиция, вот это желание управлять, руководить, быть все время на гребне волны, быть медиаперсонажем, она, конечно, заставит его бороться. Но думаю, что в ближайшее время это будет такая большая клановая война.